Сегодня в Пятигорске представили нового президентского полпреда по Северному Кавказу Сергея Меликова. Выступая перед собравшимися, главной своей задачей Меликов назвал, цитата, «предотвращение расползания терроризма по региону и за его пределы». Присутствовавший на церемонии глава президентской администрации Сергей Иванов уточнил обязанности, возложенные на полпреда. Противодействие коррупции, буду прямо называть вещи своими именами, для Северного Кавказа это очень актуально. Это функции полпреда. Но стабилизация ситуации, борьба с терроризмом, с религиозным экстремизмом невозможна без социально-экономического улучшения жизни людей, которые здесь живут, наших россиян. Согласитесь? Иванов напомнил, что экономическим развитием региона будет ведать недавно созданное Министерство по делам Северного Кавказа.